Все наши зрители, кто смотрит, интересуются, я думаю, этим точно. Что дает именно городу Южному вот такое дружественное подписание? Какие-то будут, может, изменения, возможности поехать в Венгрию и так далее? Ну вот вообще, что для Южного это значит? Я хочу сказать, что... Да, вы переведите, перевод. Да-да, конечно. Я думаю, что хотел бы сказать, что действительно вопросы очень интересны экономики. В чем они будут заключаться? В Кёрминге, в городе, есть великолепнейший один из лучших заводов в Европе по производству лекарств. Először is gazdasági téren biztos vagyunk benne, hogy így tudjuk működni, mivel Kölnben Európa egyik legmodernebb gyógyszeripari Я думаю, что мы могли бы найти точки соприкосновения оптовой закупки, может быть, я не знаю, как там будет это наша законодательная база по закупке лекарств. Есть прекрасная фабрика по производству мебели. И для нас очень важно, что они создали свободно экономические зоны, где развивается промышленность. Я думаю, что нам нужно в этом плане поучиться и по возможности применить в нашем городе. Но есть второй вопрос, это город Кёрминг очень развит. В городе Кёрминг очень развит спорт, особенно баскетбол, так же, как и у нас. Ну, вы видите, что у нас мэр города сам баскетболист и был чемпионом Венгрии. Я уверен, что будет обмен делегациями, обмен спортсменами, обмен, скажем так, в информационном плане, и будет проводиться соревнование. И даже было такое принято решение, что команда Кёрминга баскетбольная, которая играет на первенство Суперлиги Венгрии, будет проходить у нас сборы. Ну и по ходу у нас будут, я думаю, определенные наработки. Я думаю, что Кёрминг тоже, наверное... Да, нужно, чтобы, да, господин рассказал. Что дает это для Кёрминга? Да, партнерство. Kőrmend számos kapcsolattal rendelkezik jelen pillanatban Európában. Kőrmend imét rázni szíjázi szíjevropénzki minőszigyanú mikoltani, akkor kak hiperkotiszáros. Amelyek azokon a területeken alapulnak, amelyeket a mai testvérvárosi szerződés is tartalmaz. Направление этих связей с другими населенными пунктами Европы в основном те же пункты, которые в этом договоре, что мы с вами подписали. Erősek azok a kapcsolataink, amelyek a különböző kulturális és turisztikai kereskedelmi területeken megnyilvánnak. Очень сильные у нас связи линии культуры, линии промышленности, там, где давно уже работаем. Mai testvérvárosi szerződésemben viszont vannak új elemek, amelyek főként a gazdaság és a kereskedelem területén adhatnak lehetőséget. В этом договоре, что мы сегодня подписали в Южном, здесь есть перспективы насчет экономики и насчет культуры тоже. Figyelemmel kísérve és figyelve Южné gazdasági életét, biztos vagyok abban, hogy számos olyan kapcsolódási területet fogunk találni, amely az itt lévő és a Magyarországon Kőrmenden lévő cégek együttműködését tudja majd képviselni. Учитывая, какие фирмы находятся в Южном, я уверен, что мы найдем общие соприкосновения. Ezek jelentetik azokat az alapokat, amelyek a többi együttműködéshez is sikerrel tudnak hozzájárulni. Эти будут фундаменты для тех связей, которые в будущем будем развивать.
Я хотел бы добавить, что для нас очень и очень важно, что мы подписали городом в сотрудничестве с городом Кёрмит, который, страна, которая является Евросоюзом. И я думаю, что нам намного легче будет, если мы совместно будем создавать проекты, гранты с Европой для нашего города. Потому что одному это очень и очень сложно, я имею в виду нашему городу. Поэтому у нас уже есть такая договоренность, что город Кёрмит, руководители этого города, всячески будут способствовать тому, чтобы мы совместно работали над грантами для, с Евросоюзом. Ваши варуши, каждый варуш Кёрмит, он biztos vagyok benne, hogy mert már erről beszélgettünk a polgármesterről, hogy találunk olyan projekteket, ahol együtt tudunk majd pályázni, és az Európai Unió garanciájával. Я хотел бы добавить два на. И создание ваших официальных отношений, имя вашего города стало намного более известным в мире, в Венгрии. Я думаю, что это очень важно, потому что с незнакомыми нельзя и сотрудничать. Сейчас у нас есть такая позитивное развитие ваших отношений, что ваш город будет более известным и в Венгрии, и для венгерского общества и бизнесмена. Я также уверен в том, это второй момент, что мы можем взаимно много учиться друг от друга. Мы в Венгрии через вашу помощь, с вашей помощью можем научиться подумать немножко по-украински, сотрудничать друг с другом и по-украински. И наверняка мы можем общаться с вами с нашими опытами, как можно и осуществлять взаимные проекты по-европейски. И в этом Кёрмит, его городская администрация может с вами пообщаться по нашим опытам европейской интеграции, который будет в пользу всех вас. Ну, еще вопрос, извините, я спрошу просто по поводу, вы так очень тепло сегодня на выступлении сказали по поводу того, что вы поможете и поддержите нас всегда. У нас сейчас в стране очень тяжелая политическая ситуация, происходит на востоке Украины военные действия. Не пугает ли вас такая ситуация в стране? Все-таки не так уж близко, но не так уж далеко восток от юга Украины. Я думаю, что касается дипломатов и наше правительство, это не пугает, но нас заставляет уделять еще больше внимания и понимания Украине, украинцам и тому положению, в которое вы попали не из-за ваших намерений. Мы должны еще больше и глубже сотрудничать с вами. Есть некоторые проекты солидарности, гуманитарной помощи, которые нацелены на это. Что касается венгерского общественного мнения, я думаю, что наша задача всех состоит в том, что нам нужно дать искренние, реальные, объективные известия об Украине и для Венгрии, и для остальной части Европы. И наверняка ваша роль прессы, сотрудников прессы очень важна. Хочу в этом плане сказать, что наша страна действительно сегодня переживает не самые лучшие времена, очень тяжелые времена, но тот договор, который мы сегодня подписали, свидетельствует тому, что жизнь не остановилась, жизнь продолжается. Мы работаем, и я рад тому, что мы одни из первых подписали договор с городом Кёрмит и с Венгрией, страны, которая входит в Евросоюз. И я думаю, что мы одни из первых вот, за период того сложного времени, который мы сегодня переживаем, мы подписываем такой договор.
потому что многие думают, боятся рисков, даже не скрываем того, что боятся даже сюда к нам лететь на подписание договора. Но, видите, у нас Иштван смелый человек, смелые его делегации, и приехали к нам на подписание этого договора. Csak egy pár gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Először is én azt gondolom, hogy a számos olyan feladat van ma Európa előtt, amelynek a megoldását dolgozni kell. Есть очень много заданий перед Европой, что нужно решить. Это сложное время. И tényleges azon is dolgozni kell, hogy minél jobb kapcsolatok legyenek egyrészt az állampolgárok, másrészt az országok. И нужно работать над тем, чтобы между людьми, гражданами разных стран и между странами все больше и больше развивалось. Это кейпаз sokkal szebb, mint amely jelen pillanatban a médiákban megjelenik. Конечно, картина о Украине здесь намного лучше, красивее, чем у нас медиа. Kemény és határozott munkával ez a kép biztos, hogy még szebb lesz. Строгой работой это еще лучше будет. Mi a különböző pályázatokban, projektekben azon fogunk dolgozni, hogy ehhez hozzá tudjunk járulni a Juzsnyés körben. Мы поможем через разные проекты, через разные гарантии, чтобы Южный тоже имел от Евросоюза. Какое впечатление у вас о городе сложилось? Nagyon szépen és nagyon kulturáltan, és szisztematikusan felépített város. Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon hosszú idő fog megélni. Óriási lehetőségek vannak benne. És hát bízom benne, hogy ehhez majd azok a pályázatok, projektek, együttműködések is hozzá tudnak járulni. Tehát mi is egy építőkről lehetünk a városban. Мы благодарим вас за высокое доверие, которое вы оказали нашему славному городу. Дело в том, что наш городской глава Владимир Николаевич Новоский всегда ставит большие стандарты качества жизни в нашем городе. Но качество жизни возможно только если, скажем, на руководящих постах находятся профессионалы, получившие хорошее европейское образование. Az a helyzet itt a városban, hogy a polgármesterek mindig magas követelményeket állít a munkatársai felé, minőségi munkát várja. И в этом смысле скажите, пожалуйста, возможен ли на перспективу обмен студентами так, чтобы и выпускники южнейских школ могли бы получить высшее образование в Венгрии? Вон она это еще дальше сказала, вот южные дети, те еще дети, кто я мам, там он хорошо, но поверился, он хорошо, как будет зачитать копию. Ehhez vannak törvényi feltételek, és szerintem ezeket igyekeztünk megteremteni. Biztos vagyok benne, hogy számos olyan projektet tudunk találni majd az elkövetkezendő időszakban, amely a ifjúság fejlődésével, oktatásával és Я уверен, что найдем такие проекты, в котором можете могут участвовать, и это будет развивать молодежь, учить и устраивать их на работу. Mi körben saját erőből, valamint európai uniós forrásokból számos nyugati országgal tartunk fenn ilyen kapcsolatot. Fiatalokat. Разные страны, разные представители разных стран Евросоюза, мы имеем такие связи и обмениваемся. Очень коротко. Я хотел бы добавить то, что между Венгрией и Украиной есть отношения
в области высшего образования. Венгрия предлагала 100 стипендий для украинских студентов для обучения венгерских вузов высшего образования. И я думаю, что в это может вписаться и вот ваше задание. Спасибо. Спасибо. Владимир Николаевич, вопрос такой. У нас есть 5 городов побратимов. Города Южного. Каким образом осуществляется сотрудничество с ними? Мы, как жители Южного, не ощущаем такого вот конкретного влияния того, что у нас есть города. Мы, понимаете, у нас практически нет договора с городами с Евросоюзом, поэтому сегодня это очень-очень актуально. Я думаю, что это подписание, которое есть сегодня, я думаю, что оно будет действительно способствовать развитию экономическому, культурному, спортивному развитию. Но те события, особенно последние события, которые происходят в Украине, действительно они ослабили ту деятельность с другими городами. У нас почти что как прекратилось эти взаимоотношения, потому что все в стадии ожидания. Что будет дальше? Сегодня у нас нет взаимоотношений сегодня с Турцией. Если раньше мы общались, делегации обменивались. Сегодня и с Китаем у нас тоже практически как приостановились. Никто не отменял договоренность. Договоренность есть, договора подписаны. Но я думаю, когда в стране немножко стабилизируется, оно все возобновится. Ну а до того, как было? До того мы сотрудничались, и делегации обменивались, и в спортивном, по вопросу спорта. В экономике оно не сильно отражалось, а в других как-то больше взаимоотношения. Van véleményem ehhez a kérdéshez. Nekünk is vannak olyan testvértelepülési kapcsolataink, amelyek most nem olyan magas szinten valósulnak meg, mint ahogy mi azt elterveztük. Két testvér. Érdekes, hogy a közelebbiek nehezebben működnek, és a távolabbi kapcsolataink sokkal jobb alapokon nyugszanak. Очень интересно, что те, которые ближе к нам, там тяжелее, а те города, которые подальше к нам не допустим, с ними очень хорошие наши. De polgármester úrnak tökéletesen igaza van, ma csak és kizárólag hazai forrásokból nagyon nehéz a kapcsolatokat építeni. Господин Новацкий прав, только своими финансовыми ресурсами это очень тяжело строить и развивать эти отношения. Ehhez szükségesek majd azok az európai uniós források, amelyek segítik ennek a fejlődését. Для этого есть европейские гранты, которые помогут нам сотрудничать дальше. Вы знаете, когда я был в Кёрнинге и даже вот мы ездили там в Польшу и так далее, когда смотришь, вот эта улица строится за счет Евросоюза, вот это сделано за счет Евросоюза, какие-то объекты помогают, реставрация музеев, Евросоюз, то бишь, у нас практически ни одной копейки мы не получили из Евросоюза. Все, что мы делаем сегодня в городе, это все за счет бюджета города. А еще вернуться к тому разговору, вопросу, что вы задавали. Допустим, у нас сегодня ведется тесное такие взаимоотношения с городом Мелеон Беларуси по доставке и даже здесь сборке лифтов для тех домов, которые у нас есть, которые ремонтируются и будут строиться. Поэтому и с болгарским городом Димитровград у нас тоже есть взаимоотношения по линии Одесского припортового завода. Поэтому есть взаимоотношения, но хотелось бы, конечно. Недолго звонкал Мугельовый дорогу с Кештей Варушем, что было на Литву, тогда Калипиш. Труба Рука, Калипиш, на 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 Калипиш. Все, спасибо. Спасибо. На этом закончилась наша прямая трансляция. Мы благодарим всех, кто был вместе с нами. Сегодня было максимум 4 просмотра, нет, даже 5 просмотров.
мы подключимся к вам, когда придут предприниматели, бизнесмены города Южного. Это будет чуть позже, уже после 12 часов, после того, как пройдет фуршет. Ну, в общем, вот такой вот договор, который дает какие-то почти реальные возможности для нашего города. Всем спасибо и до следующих встреч.